нормально. Молодцы. Давайте, посмотрите. А у кого какие любимые хоккеисты? Угольников? Беги к Данилу. Паша, ты поделишься стульчиком своим? Я же знала, что ты был любимым хоккеистом своей жены. Главное. А смотри, какие сели, заняли, да? Надеюсь, ребята. У кого еще какие любимые хоккеисты? Мне кажется, вот рыженький должен выбирать рыженького. Нет? Смешно. Не стесняйтесь, смотрите. Вот вам арифметическая задача. 2 прибавить 2 и умножить на 2. Сколько будет? 6. Все, ты в команде. Где у нас генеральный менеджер? Контакт подпишите. Давай, Витя, давай, бери мяч. А кто у вас тренер? Евгений Александрович. А у вас? Дмитрий Владимирович. А вы знаете, что он проиграл за игру, что он когда-то играл? А? Он играл. За игру играл. Дмитрий, а покажите, вот, а на каком месте вот вы сидели? Вот где? Здесь слева. Как бы вторая вот эта вот? Здесь немного изменилось. С тех пор, да? Сколько лет прошло? Здесь ребята готовятся к самому важному для них делу. Это игра в хоккей. Для вас хоккей играть важно, вы готовитесь к этому? Да. Вот. Поэтому у каждого хоккеиста есть свои приметы, есть свои ритуалы, как они готовятся к матчу. Вы спросите ребят, как они это делают, потому что они вам это лучше расскажут. Но для них каждое вот это место очень важно. Ну, пойдемте, вам еще что-нибудь покажем. Что хочу сказать. Вот смотрите, вот эти ребята, которые вам нравятся, это ваши фавориты, вы любите этих хоккеистов, вы за ними следите. Они тоже были маленькими и тоже мечтали играть в команде. И сейчас их мечта осуществилась. Поэтому я желаю вам настолько серьезно тренироваться, чтобы вы через сколько-то лет, не знаю, через сколько, через 9, через 7 лет, 7-8 лет, чтобы вы старались попасть в эту раздевалку. Мой самый любимый Константин Панов, потому что он капитан команды. Я даже хочу вырасти капитаном. Я пришел и сел на место Данила Ильина. Потому что он мой любимый игрок. Потому что мне нравится его техника, и он забивает много голов. Мне понравилось то, что я увидел раздевалку ХК «Югра» и увидел тренера главного «Югры». Мне нравится защитник Угольников, потому что он тавгай. Мне очень понравилось, потому что не ожидал. Во-первых, просторная, большая, красивая, ухоженная. То есть все для того, чтобы подготовиться к игре каждый есть. И очень даже симпатично. Ханты-Мансийск вообще очень неудобный город для хоккея, здесь нет пробок. Везде всегда можно успеть ребенка на тренировку, опоздать практически невозможно. Там очень удобно. Хоккей нужен, тем более округ может себе позволить содержать команду. И условия все для этого есть. Есть Ледово, есть хорошая тренерская команда. Только для этого нужно время, чтобы появились очень хорошие результаты.